Привет, друзья! С вами я, Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. Сегодня у нас 22 июля, и для вас информацию озвучу по заказам на черенки сортовой ивы на уже эту осень. Заявочки я уже принимаю, веду запись на доставку на октябрь месяц. В этом году мы с супругом планируем отправлять вам сортов намного больше, чем в предыдущем. Поэтому сейчас заявки принимаю на все-все-все сорта. Подробнее я опишу их под этим видео в описании. Актуальные цены узнавайте, звонив мне на мой мобильный телефон. Его вы сейчас увидите на своем экране. Поэтому, друзья, успевайте, звоните. Сейчас все в ваших руках. Значит, сортовая ива для плетения, ландшафтного плетения, лозоплетения. То есть специально для этого мы с супругом выращиваем. Исключительно для плетения. Сорта очень качественные, проверенные. Хороший урожай вам обеспечен. Инструкцию по посадке, по уходу, по сбору прута я каждому покупателю тоже обязательно предоставляю. Поэтому задавайте ваши вопросы, не стесняйтесь, всем готова помочь. Вот она, красавица, сортовая ивушка. Ровные-ровные длинные прутики. Вот достигли уже высоты 1,5-2 метра, а к концу лета, к осени, они достигнут 2-2,5, а некоторые сорта и до 3 метров. Вот такая красотень, наша большая-большая плантация. Доставку формирую, очередь на доставку на осень. Поэтому, друзья, всем, кому интересна тема выращивания сортового ивового прута для плетения, для лозоплетения, для ландшафтного плетения, звоните смелее, не опоздайте. Сейчас заявки принимаю на все-все сорта. Еще раз повторю, в этом году их будет намного больше, чем в предыдущем. С вами была Катерина Бочкарева. Жду ваших звонков. Всем пока. До новых встреч!